сложно сказать. Главное движение, движение – это жизнь. А уверен, не уверен, ввязались в драку, надо работать. А дальше посмотрим, что получится. Но помыслы наши чисты, это самое главное. Мне кажется, я к чему очень рад, что у многих людей в стране, многие хотят правды и честности, даже в политике, которую всегда называют грязной. Это очень интересное такое явление планетарного масштаба. Я этому очень рад. И поживем, увидим. Главное нам действительно что-то делать. Это очень важно. Лёня? Юра, спасибо. Я тоже считаю, что не нужно задумываться там, уверен, не уверен. Вот делай, что должен, и будь, что будет. Вот. И в принципе это зависит не от того, не от тех, кто сидят за этим столом, и не от Юрия в Петербурге, а это зависит от активности людей. Если это были разовые выпуски пара, как кто-то считает, 10 декабря и потом 24, ну это одно. А если это стойкое настроение людей, которые решили, что дальше нужно жить по-другому и что-то нужно менять, это другое. В общем, отдельно взятые активисты, они мало что значат, если не будет вот снизу этого нового общественного настроения. Пожалуйста, к нам присоединился...